здесь очень часто встречается вот такой прямо на пляже, на море. Возле разных домов висят флаги Украины. Но обычно это маленькие флажки, а это прям огромный флаг Украины. Мужчина там пылесосит. Видно, что живет постоянно. Друзья, сейчас сделаю вам обзор того, что мы здесь купили и повезем домой. Начну с того, что мне очень понравились здесь магазины в Испании. Заходишь, очень много товаров, и товар весь качественный. Я видела здесь магазины, в которых продаются китайские товары. Они такие же точно, как я покупаю их на AliExpress. Но есть здесь очень много магазинов именно с испанскими товарами. Они сшиты совершенно по-другому, и другое качество у них. Я не скажу, что на AliExpress китайские товары хуже. Нет, они просто другие. Вот я вам сейчас покажу штанишки, которые я купила там себе. Значит, одни штанишки стоят 7 евро, вторые 5 евро. Вот посмотрите, какие они. Это хлопок 5% эластана. Вот эти штанишки, которые 6 евро, это не черные, а такие в точечку. Здесь совершенно другой пошив. Китай не делает такого пошива. У нее будет здесь такая плотная толстая резинка. И это даже лучше, чем вот это. Но сидят очень хорошо. И вот просто черные хлопчатобумажные лосины. Они стоят всего 5 евро. 5 евро на наши деньги 200 гривен. Они не синие, они черные. Очень хорошо сидят и очень довольны этими лосинами. Потому что дома купить лосины, ну, надо пощупать их. Вот это у меня ароматизаторы. Тут разные ароматы. Я уже не читала, какие. Главное, что мне нравится эта фирма. Потому что у нас здесь в квартире стоят такие ароматизаторы. Вот фирма их Прайди. Так вот, эта фирма очень хорошая. Запах ненавязчивый. Я в Турции покупала ароматы. И я их вынесла из дома, потому что очень они едко пахли. В палочки вставляешь, и они будут пахнуть. Теперь муж мой прикупил батарейки. Здесь батарейки такие стоят 1 евро. Муж мой прикупил себе вот такую вот курточку. Она такая теплая, ветровка, 16 евро она стоит. Очень мне понравилась она. Но самое главное, что она нашей невесте понравилась. Потому что он очень привередливый. Купить что-то — это большая проблема. Кармашки. Короче, понравилось. Тут еще на липучке кармашки. Карманчиками понравилось мне. Моя сестра подарила дочери пауэрбанк. Это очень ценный подарок. Вот из всех подарков это самое ценное, потому что у нас постоянно в Киеве нету света, в Киевской области тоже. Поэтому пауэрбанк тут, по-моему, 30 тысяч, очень-очень пригодится. Здесь пауэрбанки дешевле, чем у нас в Украине. Себе купила, давно хотела. Купила себе таймер. Вот ты его заводишь сначала до конца, а потом, допустим, на 2 минуты или на 5 минут, чтобы ничего не сгорело. Тут пружинка, нет ни батареек, ничего. Очень удобно. Стоит, по-моему, 6 евро или 240 гривен. Самая важная покупка для меня — нефритовый роллер. Делается вот так. Вот так. Вот так. Вот так, вот так. А вот этой маленькой штучкой вот сюда. Скоро вы не поверите, я стану красавицей. Вот когда вы начинаете пользоваться этим роллером, он остается просто ледяной, а кожа горит, просто горит. И она горит еще час после того, как вы пользуетесь этим, как вы уже сделали себе массаж. Нужно пользоваться им пару минуток, хотя бы 4 раза в неделю. Говорят, что очень хороший эффект дает. Ну, будете наблюдать со мной. Конечно, меня уже трудно чем-то исправить, но я никогда не занималась собой. Вот результат на лице. Мне главное, чтобы полы были мыты, чтобы вкусно приготовлено, чтобы везде чисто, все постирано, все поглажено, все сыты. А себе не то чтобы времени нет. Время найдется, если есть желание. Не было желания. Короче, мне нравится. Очень много поделок этих роллеров. Я тут купила этот роллер тоже за 6 евро. Но есть много подделок.
Особенно если вы покупаете на базаре. Я покупала в магазине здесь, в Испании. А если вы покупаете на базаре, надо быть осторожным. И как узнать, подделка или нет? Нефрит, он холодный, это натуральный камень. А пластмасса, она будет нагреваться от кожи. И вы сразу узнаете, натуральный он или нет. Нефритовый этот роллер, это очень хорошая вещь. Я вам советую, если у вас нету, купите и не ленитесь им пользоваться. Не учитесь у Наташи. Потому что, как вы видите, все морщины на лице. Вот я даже с вами пока говорю, у меня уже кожа тут аж горит. Так что вот такие вот покупочки все. А, я вам еще не все показала. Самое главное, что я купила и везу домой на подарки. Вот хамон. Колбаска сырокопченая. Очень вкусная в Испании колбаса. И не такая заоблачная, уже и дорогая. Вот такие два вида. Это третий вид. Вот это 13 евро килограмм. Это 8 евро килограмм. Почти 9 она. Вот это вот 10 евро килограмм. Она с паприкой, но она не перченая. Это самое вкусное. Нам больше всего понравилось. Ну, еще один вид хамона. Хамон я брала по 11 и по 13 евро килограмм. Если вы берете больше 250 грамм, то вам сразу упаковывают в магазине вот такую вот пластину. При мне нарезали это все, и колбасы давали мне пробовать каждый вид колбасы. Ну, вот так вот покупаешь, дома открываешь и вспоминаешь Испанию. Зять у нас любит хамон. Нам хамон не нравится, но нам колбаска вот такая нравится очень. Так что вот такие у нас покупки. Надеюсь, они вам тоже понравились. Особенно роллер.